Здравствуйте, Марина Цветаева. Из повести о Сонечке 1937 года. Об этом Володе А. я уже целый год и каждый раз слышал от Павлика А. с неизменным добавлением «замечательный». А есть у нас в студии такой замечательный человек Володя А. Но этого своего друга он на этот раз ко мне не привел. Первая встреча зимой 1918-19 года на морозном склоне 1918 года в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей, как руку, и все это искусство мое, и меня в том числе. Таких дам с концом старого мира, справлявших конец своей молодости, много было в революцию. В начале ее, к 19-му году, они все уехали. Первое слово этого глубокого голоса, но короли не только подчиняются традициям, они их создают. Первое слово мне. В конце вечера, где нами друг другу не было сказано ни слова, он сидел и смотрел, как играют в карты. Я даже не смотрела. Вы мне напоминаете Жорж Занд. У нас тоже были дети. У нее тоже были дети, она тоже писала. Ей тоже так же трудно жилось на Майорке, когда не горели печи. Сразу позвала. Пришел на другой день с утра, пошли бродить. Был голоден. Поделили и съели с ним на улице мой кусок хлеба. Потом говорил, мне сразу все понравилось. И что сразу позвали, не зная. И что сами сказали завтра. Женщины этого никогда не делают. Всегда послезавтра. Точно завтра они всегда очень заняты. И что дома не сидели, пошли. И что хлеб разломили пополам и сами ели. Я в этом почувствовал обряд.